Чудо-машина – это специальный принтер. Он помогает сделать сладкую продукцию еще привлекательнее, наносит на нее картинки, любые. Это может быть и мультипликационный персонаж, и, к примеру, фото близкого человека. Цветной и яркий подарок – сувенир, к тому же съедобный и вкусный. Придется по душе покупателям, уверены специалисты. Это принтер для печати цветными красками. Совместно с нашими технологами под этот принтер была разработана рецептура, сладость мучная, волшебная, которая называется медово-заварной полуфабрикат. Это, ну, скажем, это классическая рецептура, в которую входит мед и пряности. В настоящее время на пекаре так украшают только пряники, однако в планах расширить возможности и добавить торты. В числе первых заказчиков особенных пряников команда «Динамо Брест». В клубном фан-шопе сегодня можно найти сладости с логотипом и Диего Марадонной. Все знают, что в нашем городе такое великое событие. Приезжает к нам Диего Марадонна, вот-вот мы уже все ждем. Ну, совместно с этим событием, с «Динамо Брест», у нас был разработан также фотографии, картинки. Это шаржи Марадонна и логотип «Динамо», да, который очень пользуется спросом. К слову, в продаже в фирменных магазинах пекаря есть и продукция с мультяшными героями. Если рисунок на прянике нужен индивидуальный, специалисты предприятия всегда готовы помочь притворить задуманное в жизнь.